Всем привет! В одном из предыдущих видео я показывал, как установить Windows 7 либо Windows 8 на MacBook Pro, Air, iMac или Mac Mini. В этом же видео я покажу, как удалить Windows 7 либо 8 с Mac-устройства. Итак, сейчас MacBook Pro загружен под Windows 7. Для того, чтобы его удалить, необходимо загрузиться под Mac OS и в дальнейшем удалить раздел с Windows. Следует заметить, что удаление раздела с Windows удалит всю информацию, которая находится в операционной системе Windows 7 либо 8, то есть будут удалены все файлы и папки. К этому нужно подготовиться и, соответственно, перенести все важные, нужные для вас документы, данные на внешний USB-носитель, жесткий диск, куда угодно. Итак, как я говорил ранее, необходимо загрузиться под Mac осью. Для этого перезагружаете свой MacBook, iMac или Mac Mini. И во время загрузки нажимаете и удерживаете клавишу Alt. Сейчас я нажимаю и удерживаю клавишу Alt. Появился выбор между загрузкой операционных систем, либо Mac OS, либо Windows. Интересует Mac OS. Выбираю загрузиться с ним. Итак, после того, как мы зашли, первым делом я хочу посмотреть, показать раздел с Windows. Для этого заходим в Finder, выбираете программы, утилиты, дисковая утилита. Выбираете диск. Раздел диска, и здесь мы видим два раздела, одна с Mac осью, вторая с Windows. Они разбиты на равные части, то есть по 250 гигабайт. Стоит заметить, что удалить раздел можно отсюда, то есть нажать на знак минуса и удалить, но это будет не совсем правильно. Лучше всего удалить с помощью ассистента Bootcamp. То есть с помощью чего ставили, с помощью этого же инструмента и удаляем. Итак, запустить Bootcamp можно несколькими способами. Один из них через Spotlight. То есть ввести здесь вот он сразу предлагает ассистент Bootcamp. Либо же зайти Finder, программы, утилиты, ассистент Bootcamp. Здесь нажимаете кнопку «Продолжить». Здесь выбираете только пункт «Удалить Windows 7 или новее» и нажимаете «Продолжить». Далее вам будет показан, как будет выглядеть жесткий диск после проделанных операций, то есть будет весь диск занят MacOS-ю. И нажимаете кнопку «Восстановить». Вводите пароль администратора. И дальше идет процесс удаления раздела с Windows и объединения его с MacOS-ю. Итак, удаление раздела Windows прошло успешно. Нажимаете кнопку «Завершить». На всякий случай проверим,
Так, лето, заходите в дисковую утилиту, выбираете диск, пункт раздел диска, и видите, что весь диск занят macOS. Таким образом, без особого труда, как вы могли заметить, удаляется Windows с MacBook Pro Air и Mac Mini. На этом все. Всем спасибо. До свидания.